Привет! Добро пожаловать в программу «Дантест». Если честно, этот выпуск снимается в тот день, когда новогодние и рождественские каникулы еще не закончились. А поэтому найти кого-либо из мастеров ну просто не представлялось возможным. А посему, не сочтите за нескромность, но ближайшие полчаса вам придется провести в моей секции у меня на тренировке. Добро пожаловать в стиль Шорин-дзюрю кен-кукан каратэ-до. Йокусо додзё, райсаймасэй Шорин-дзюрю кен-кукан каратэ-до. Шизэн ни, гасё! Ич, ни, сан, си, го, ру, си, хай. Ич, ни, сан, си. Раз, нога пришла сюда. Рич. Иероглифы «шоу-рин-дзи» означают «шо» — «сосна», «рин» — «лес», «дзи» — «монастырь». Монастырь соснового леса. По-китайски это звучит как «шаолинь-цы» — всем известное словосочетание. Иероглифы «шоу-рин-дзи-рю» означают «школа монастыря соснового леса». «Шоу-рин-дзи-рю кен-кукан каратэ-до» означает «клуб по изучению кулачного искусства шаолиньского монастыря». Таким образом, стиль, окинавский стиль Шорин-дзи-рю стал продолжением древнего окинавского стиля Шорин-рю и Шори-рю, которые, в свою очередь, выросли из окинавского Тоде, рука династии Тан, китайского боевого искусства, привнесенного на Окинаву китайскими мастерами. На Окинаве это также называлось искусство Ти. И вот сегодня на основе стилей Шорин-дзи-рю, кен-кукан, каратэ-до, Шорин-рю, Шорин-дзи-кэмпо японского стиля мы попытаемся узнать, каким же было древнее китайское боевое искусство Тоде или Окинава-ти. Кагэ-уке, Торагучи. Концепцию кей. Нодо, горло. Нодо, атака в голову. Снял руку сюда и протащил ее. Эть! Дальше. Поднял, заманил его. Эть! Я специально поднял руку, чтобы заманить его. Атака здесь. Скрещивание. Кеса, хичзи наге. Все. Шомен, снял. Ич. Пам! Снял. Вот я как стоял, так я и бью. Бам, вперед. Ич. Дальше рука отсюда, эта рука сюда. Отсюда. Бам. Это. Чум. И здесь не пошел удар. Она, если пропустит удар в горло, она начнет руками махать. Она может тебя задеть. Просто подними руку. Просто подними руку и перехвати ее. И уйди сюда. Все, больше ничего не надо делать. Тут она пришла в себя. Ты открыл ей. Бей. И вот это ее могила. Все. Тэйкино, угокио, контору русуру. Не только контролировать действия, но и своей активностью выстраивать так действия противника, что заставлять его делать то, что вам надо. Понимаете? То есть я делаю многоходовый мат. У меня может быть, Олег, первое движение. Может быть, мат в один ход, а может быть, я отсюда атаковал, я все равно буду знать, что он будет меня бить. Я могу поднять руку, он будет сюда бить. Могу опустить руку, он будет бить сюда. Просто у меня будут разные действия. Понимаете? Я заранее его провоцирую на то, что мне надо. Основателем стиля Шорин-дзи-рю кен-кукан каратэ-до считается грандмастер Кайсокори Хисатака.
В настоящее время штаб-квартира Шоринзи-Рюкен-Кокан Каратэдо находится в Токио. Также в Японии чрезвычайно сильно развито направление Шоринзи-Кэмпо. Окинавский же стиль Шоринзи-Рю развит не очень сильно. За несколько моих поездок на Окинаву я с трудом отыскал всего лишь одно додзи этого стиля, и мне удалось потренироваться с сыном гранд-мастера сенсея Дзюэна Наказата. Вот он на фотографии. Тренировка с его сыном доставила огромное удовольствие, и он показал мне чрезвычайно интересные и необычные техники древнего стиля Шоринзи-Рю Каратэдо. Идет ли удар? Идет ли захват меня? Первое, что я делаю. Ич! Эй, Нисан! Все здесь? Больно? Больно. Ничего. Дальше. Эс-Джи Камай. Эй! Больно? Больно. Эй! Эй! Рука. Бам! Сан! Чи! Ай, как больно. Кончики пальцев. Эй! Больно. В другую сторону. Эй! Вставай, 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 чуть-чуть. Сан! Чи! В любом случае, я на этот отель, Слава. В любом случае, в каждой по отдельности это ключик к двери, да? Первое движение. Эйч! Ни, сан, си. Первый, дверь открыта. Второй. Ич, ни, сан, си. Есть. Третий. Эй! Садись, Слава, садись. Го. Эй! Пожалуй. Набор ключей, да? Вместе 10 ключей. Еще мы с вами повесили на нашу веревочку. Пожалуйста, сейчас сделаем косей на ваза. Техника подавления и сдерживания. Раз я его посадил. Мне так трудно влезть сразу. Сделай, да, отвлекающее движение. Опа! Вот, теперь все получилось, видишь? Фугура, расшатать его. Раз, два, три, смотри, четыре, пять, подмышку, вот, буква С, видишь, шесть, семь, здесь два круга, раз, два, и сразу сюда, и, если идет атака с двух сторон, например, первая атака, вас атаковали в голову, вы ушли, послали противника сюда, он мешает ему, пошел этот, понимаете, все что угодно. Смотрите на канале «Боец» программу «Дан Тест» с Николаем Коровиным. «Дан» – это уровень мастерства, «Тест» – проверка. «Дан Тест» – это проверка на мастерство, но не только на татами или в зале, это проверка самой жизни. Кто они, люди, идущие по воинскому пути и всю жизнь посвятившие изучению боевого искусства? Какие проблемы волнуют их? Как относятся они к современной реальности? Как преодолевают жизненные трудности? Истинный мастер определяется не только искусством поединка, но и искусством жить. Программа «Дан Тест» рассказывает о ведущих мастерах будзюцу, как российских, так и зарубежных. Вы узнаете неизвестные факты из жизни великих мастеров прошлого. Побываете на тренировках в залах выдающихся сенсеев. Мы расскажем о самых различных направлениях будзюцу, как широко известных, так и совсем неизвестных нашим зрителям. Как вести себя в экстремальных ситуациях и как с честью выходить из любых трудностей. Смотрите программу «Дан Тест», и вам будет о чем рассказать своим друзьям. Автор и ведущий программы Николай Коровин. Наверняка все хоть раз в жизни дрались на улице, и те, кто это делал, вы прекрасно все знаете, что реальный поединок, уличный поединок, он, как правило,
никогда не бывает на дистанции, на длинной дистанции. Противник всегда старается войти в клинч, всегда старается схватить, смять. Да, вот всегда вот происходит вот это вот. И поэтому глупо было бы думать, что древнее боевое искусство было рассчитано таким образом, чтобы вести поединок на дистанции, как в спортивном кумите. Спортивное современное карате основано на блоках, ударах на дистанции. Нет входа в клинч. Поэтому сегодняшнее развитие спортивных боевых искусств, таких как микс-файт, ушу, саньда, где есть вход в клинч, работы на ближней дистанции, во многом эти боевые виды выигрывают перед спортивным карате именно в реальности поединка. Древние мастера, древний вид, и тем более китайская цуаньфа, как раз и строилась на работе в клинче. Войти в клинч, повернуть противника путем жесткого удара, воздействия на болевые точки, бросковой техники нагэваза и победа. Поэтому вся эта техника, она скрыта в древних формах ката. Она зашифрована там. Но зашифрована так, что с первого взгляда и не поймешь, что же это такое, поскольку древние мастера были очень мудрыми людьми. Они построили процесс обучения так, чтобы не сразу, не за 3 года пришел, позанимался, увидел, нацепил пояс и ушел. Не за 5 лет, а за 10, за 15, за 20 лет ученик непосредственно с учителем, живя у него в доме, помогая, убираясь, стирая белье, готовя пищу, тренируясь по ночам, вечером, когда не очень жарко, из года в год постигал эту технику. И только при общении с учителем можно объяснить, что же означает данная техника, почему именно так, а не так, почему этак, а не этак. К примеру, взять окинавское кота, а сепай. В сепай есть движение, начинается кота движение отсюда. Вот изначально сразу и не поймешь, что это такое и вообще зачем, что это нужно. И только при соприкосновении с учителем понимаешь, сколько здесь различных движений. Пожалуйста, первая атака, вот мы стоим, первая атака. Поворот, уход. Здесь, посмотрите, вот руки, их не видно, но они... Уход. Сюда. Я уже вошел в клинч. Отсюда я могу делать все, что угодно. Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Мне войти главное. Вот это зашифрованное движение. Мы стоим отсюда, зашифрованное убрал. Видите? Сюда. Дальше движение. Вот оно. Отсюда. Захват. Захват. Зимой вазы, удушение. Вставай, нож. Движение. И таких бункаев расшифровок может быть очень много. Атака, да? Раз. Сюда. Здесь, посмотрите. Здесь находится точка Мурасаме и Мацукадзе. Вот здесь. Здесь также находится точка, она называется Нодо Йори Исун Гобун Сита. На 1 сун и 5 бун ниже горла. Вот здесь. Если при незначительном воздействии сюда, если я сбил атаку, при незначительном воздействии, он чуть, это я чуть-чуть тюкнул, прям совсем немножко. Посмотрите, вот видите, вот тяжело, Андрей, сейчас иди сюда. Постой пока. Любое движение отсюда, сразу вот движение, раз, все, всего лишь одна точечка, пожалуйста, Андрей. Дальше, и только при общении с мастером можно понять это. Так сам ни по книгам, ни по фильмам не изучишь. Мастер должен показать, где находится, почему именно так, почему это движение сюда, сюда. 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 И это все только лишь
в одном этом движении. Дальше. Кота с июнчин. Слав, пожалуйста. Кота с июнчин. Казалось бы, ничего не значащая форма. Для человека с улицы и непонятно, что это. Красивое движение. И только. На самом деле, при ближайшем рассмотрении, мы видим, что это освобождение от захвата рук. Освобождение. Здесь может следовать удар Атамадори. Дальше. Блок. Учуке. Захват. И удар Йонхон Нуките. В ребра. Но дальше также выясняется, что это не только удар. Не только то, что мы видим глазом. Глазом Омоте. Мы видим удар. Но еще мы видим. Видите? Раз. Движение. Раз. Ручку поднял. Дальше. Захват. Снял. Ударил. Ушел сюда. Идет атака. Видите, рука? Ос. Вот видите, как много всего заложено. Одно дело это увидеть, другое дело это понять, третье дело это научиться применять. Вот для этого нужны годы. Именно поэтому на Окинаве изучение одной формы, одного кота длится 3-5 лет, а такие формы, как тенсёно кота, изучают всю жизнь, без остановки, потому что такое количество техник запрятано там, такое количество вариантов различных, бункаев, что не хватит жизни, чтобы все это выучить. История такова, что для нас, для европейцев, для американцев, для русских людей карате вошло к нам с легендами. Одна из легенд посвящена японскому мастеру карате, профессору Ямагучи Гоген. Один из его учеников, сенсей Питер Урбан, написал книгу «Карате. Традиции и сказания». В этой книге, в частности, он пишет, что Гоген Ямагучи, вот он маленький, маленький человечек с маленькими руками, маленькими ногами, был первым учеником окинавского великого мастера Чоджуна Мияги. Но, будучи на Окинаве, я специально спрашивал, задавал вопрос живым мастерам, людям, которым сейчас по 80, по 85 лет, был ли Гоген Ямагучи учеником Чоджуна Мияги? И все как один говорили, нет, не был. Он приезжал из Японии раз в месяц, два раза в год, фотографировался вместе с Чоджуном Мияги, сидел на тренировках, записывал что-то, но никогда он не был личным учеником Чоджуна Мияги. Он не занимался с ним в додзе, он не жил у него дома, он не перенимал у него скрытую технику окинавского карате. Это первая легенда. Вторая легенда в этой же книге, уважаемый Питер Урбан, следующее пишет. «Его втолкнули в клетку с тигром, обрекая на верную смерть, но в карате нет ничего невозможного. С ужасающим ревом он пошел в атаку на тигра, и прежде чем что-либо мог сообразить, что происходит, нанес удар ногой тигру в нос. Затем изо всех сил локтем ударил кошку в ухо, набросившись на нее, пока та не пришла в себя после первого удара. Потом японский волшебник, как позже прозвали его стражники, обхватил огромное животное, напряг все мышцы и издал прямо в ухо тигра сильный раскалывающий крик, и через 20 секунд животное умерло от недостатка кислорода». Вот таким образом, вот этот маленький человечек, ну, наверное, вот такого роста, вошел в клетку с тигром и убил его. Это легенда.
А давайте сейчас обратимся к людям, которые знают, что такое настоящий тигр, и спросим, возможно ли вообще убить тигра голыми руками? Нормальный тигр, который весит там больше 200 килограмм, то ну, это очень большая проблема убить его. Потому что, объясню почему, тигр это все-таки вооруженный убийца, у которого есть уже преимущество перед человеком. Это полный набор клыков, зубов. Это 20 когтей в форме ножей, которые впиваются в человека, а человек расходится как масло. Вот и все. Поэтому я в эту историю мало верю. Разорвать пасть, не знаю, там, сломать тигра пополам, перебить позвоночник, это все, мне кажется, это все нереально. При хорошем, здоровом тигре, повторяю, масса которого будет превышать 200 килограмм, каким должен быть нормальный тигр, какие вот у нас с братом, там 70-80 килограммовому человеку ну, ловить просто нечего. В современном карате, в шотокан, существуют такие формы, они называются хэйан. В частности, хэйан нидан в шотокан карате. Это первый окинавский пинан, пинан шодан. Сюда. Посмотрите. Видите? Двойной перекрестный блок. И здесь рычаг локтя. Для того, чтобы потом скручивание, и тут идет та самая скрытая техника ураваза. Раз. Да, вот. Видите, как я ушел? Здесь дальше. Рука сюда. И вот такое движение рывком. Эй! Как кошка. Движение кошки. Сюда. Видите? Вот. Причем, заметьте, удар я наношу не вверх. Ой, извини, Андрюш. Не вверх, а кончиками пальцев цумасаки вниз. Цумасаки гири. Как копье протыкаю его вот здесь. Видите? Очень сильный, очень жесткий удар. Сюда. Если нет расстояния, я вот сюда бью. Обратите внимание на лицо Андрея, ему очень и очень не нравится, потому что это больно. И аккуратненько, смотрите, аккуратненько, я ушел в сторону. Майгери, отсюда. Вот движение. Раз. Теперь следующее, посмотрите, то же самое мы будем делать сейчас. Уход в сторону. Эйч, майгери, атака. Эта рука, да, эта рука, видите, что получилось уже здесь? Отсюда. Эйч. Ич и через сторону. Захват через сторону. Не. В пинане, когда мы пришли. Раз. Два. В пинане. Идет атака, Андрюш, атака. Идет удар. Майгери. Отсюда. Осото. Гарри. И противник оказывается у вас здесь. И вот это движение, когда вы приходите... Пришли здесь, это не означает, это может означать блок в эту сторону, но это означает то, что вы его бросили сюда. Идет движение, вот я пришел сюда, раз, атака, майгири, таятоси, видите, и опять нога напряжена для того, чтобы выбросить ее вперед. Занимаясь по 8-10 часов в день без перерыва на протяжении 10-20-30 лет, мастера древности достигали поистине сверхчеловеческих кондиций. Вот как описывает известнейший мастер современности сенсей Морио Хигаоно в своей книге «История карате» случай, который произошел с китайским мастером Рюрюко. Кстати, Рюрюко был учителем мастера Канрю Хигаоно, а Канрю Хигаоно был учителем выдающегося величайшего мастера сенсей Чоджуна Мияги, основателя стиля Годзюрю Окинава каратэдо. Так вот, как-то вечерком мастер Рюрюко и сенсей Канрю Хигаоно сидели рядом с домом и плели из бамбука мебель. Они в свободное время этим занимались. Внезапно из-за спины мастера Рюрюко появился молодой мастер китайского цуаньфа, который знал о необычайной силе мастера Рюрюко и бросил вызов старому сенсею. Тот, ни слова не говоря, взял бамбуковый стебель приблизительно вот такой вот толщины и расщепил ее двумя пальцами вдоль и положил две половинки перед молодым забиякой. Тот поклонился и удалился, чтобы тренироваться еще больше. Вот такие были кондиции. Входя в клинч, удары наносились... Атака. Ич. Не. Удары наносились по самым уязвимым точкам.
Нодо – горло. Куби – шея. Као – лицо. Хана – нос. Дзичу – хичу. Доко – подмочкой. Мими. Дальше. Куби – шея. Различные точки. Например, есть такая точка, она находится Ката Йори Сансун Ваки. Точка переводится находящаяся на три сун от, на три сун от кости. Ката Йори Сансун Ваки. Она находится приблизительно вот здесь вот. То есть если вот сюда, вот, вот сюда. Дальше. Я не буду показывать все точки, потому что не, нельзя этого делать. Тем не менее, кондиция была такова, что была возможность, возникала буквально одним движением поразить противника. То есть если шла атака, захват и сюда человек больше не вставал. Дальше. Вот видите, как нехорошо. Дальше. Данчу. Атака. Точка, находящаяся чуть выше солнечного сплетения. Данчу. Ос. Дальше. Точка. Кеймяку. Вот здесь. Ич. Ни. Сан. Отсюда, смотрите. Идет вот сюда удар. От. Рот. Бам! Рот. Открылся и сразу бам вот сюда. И атака. Удар рота. Здесь. Пам, пам. Удар. Рот открылся. И захватом за губу идет вот, ха, вот такой бросок. Вы потихонечку. Сейчас за губу хватать не надо. Я вам просто говорю, что означало вот это древнее искусство. Как долго надо было тренироваться и какие нужно было иметь пальцы, чтобы вот это превратить в жизнь. Это все реально. Два сюда пришел, да? Дальше. Три. Дальше. Ай, сюда. И вот здесь... Пока это движение произошло, сюда. Движение. Раз, два. И его надо тянуть, тянуть. И вот теперь смотрите, нога-то ушла сюда, вот. Видите, что получилось? Ич, ни, сан, ши, го. Это называется юкитигая. Принять и пропустить. Я ухожу в сторону от него. Атака. Отсюда. Рука скользит сразу в точку. Атака. В голову. И пошел в него. Бам! Рука здесь остается. Она мне нужна. Отсюда. Бам! Отсюда. Видите, локтем блокирую. Вот сюда. И здесь идет рычаг. Вниз. Вниз. А теперь... Тай Атоси. Но если не будет скорости, что является наиважнейшим, сила, скорость в карате, и в том числе и в древних боевых искусствах, скорость, от нее никто не отказывался. Не будет скорости, не будет удара, не будет движения. Поэтому вы должны проверить свою скорость простым тестом. Мы сейчас с вами попробуем. Вот обыкновенные движения якудзуки на входе скручивания. Коси но кайтен, скручивание поясницы. Не будет скручивания, не будет скорости удара. И попробуем сейчас на скорости удара пробить листочек. В августе этого года в токийском Будакане прошел чемпионат мира по карате ВКФ. И там было объявлено, что спортивное карате стоит первым в списке включения в ближайшие Олимпийские игры. И это означает то, что как только карате станет олимпийским видом спорта, спортивное направление будет шествовать по планете, гордо подняв знамя честности, честной борьбы, честных поединков и побед. И это очень и очень здорово. Еще десятки тысяч занимающихся войдут в залы. Зеленую улицу, честь и хвала этому движению. Но не значит ли это, что то древнее, старое, неторопливое и очень трудное
труднопостижимое искусство будет постепенно забываться. Ведь мастера – носители древнего тодэ. Очень старые, им осталось жить совсем немножко. Погибнет ли это боевое искусство, мне кажется, зависит только от нас с вами. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами, и увидимся на татами. Оссь!